Здравствуйте. Сегодня я хочу немного рассказать о калине лавролистной. Этот вечно зеленый кустарник происходит из Средиземноморья, где встречается в Португалии, Франции, на юге Пиренейского полуострова. У нас на Черноморском побережье он довольно распространен в качестве декоративного растения. Сейчас конец ноября. Съемки производятся в городе Туапсе при входе на городской пляж. Вот он начинает сейчас цвести. На нем очень много бутонов, но пик цветения приходится на февраль-март. В это время он очень декоративен, его охотно посещают пчелы. Калина лавролистная легко формируется. Она легко поддается обрезке и формировке. Вот смотрите, сейчас на ней вот такие очень декоративные ягодки, такого перламутрового цвета. Вот, если мы подойдем немножко дальше, то я вам покажу, сколько ягодок на ней бывает. И смотрите, как красиво они смотрятся на фоне вечно зеленых листьев, особенно если учесть, что сейчас конец осени и уже мало зелени даже в нашей местности. Калина лавролистная легко размножается семенами, которые сеют под осень. Они требуют стратификации и не любят высушивания. Насчет морозостойкости растения не знаю. Она растет только на южном берегу Крыма и на Черноморском побережье, на равнинной Кубани, в Краснодарском крае, насколько известно, она уже вымерзает. Ну, если кто-то захочет дома посадить это растение, то ему нужна прохладная зимовка, ну, так же, как и лавру обыкновенному. Вот такая интересная калина лавролистная. К сожалению, ягоды у нее несъедобны, и она выращивается только в качестве декоративного растения. Если у кого-то будут вопросы о выращивании калины лавролистной и более подробная информация, то пишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр.